день, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре новый ножик. Рейк, Руйке, Райк. Мне больше нравится Райк называть его. Как правильно, называйте сами. Симпатичная коробочка такая идет. Моделька P138W. Давайте посмотрим на это чудо. Что у нас здесь? Первое. Схема, небольшая инструкция, коротенькие данные. Кстати, по размерам ножа: длина лезвия 90 мм, общая длина ножа 221, вес 158 грамм. Сталь 14 хром 28N, материал рукоятки, точнее накладок, G10. 158 грамм. Это заявочка на мощность в первую очередь, ну такой он и есть. Сразу клиночек у нас по центру идет, то есть ничего нигде не подтирает. Райк, да? Ух ты, какое шикарное здесь темлячное, даже не отверстие, а целая бонка. Ну реально моща, целая боночка здесь. Красота. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас есть такой проспектик небольшой, где все модели практически, ну не все, но большинство, а может даже и все брендовые, да, мы видим. Вот эта моделька у меня, вот она стоит, родная. Стоит она, F815, в черном цвете, шик просто. Нож довольно мощный. Ух ты, какой увесистый у нас клинок. Американский танто, усиленный. Очень интересное здесь сведение. По низу идет 0,6. То есть более топорный вариант, уже можно им порубать что-то. Здесь сведение уже 0,8, а на кончике 1,3. Реально моща, да? Кончик очень и очень усиленный. В прошлом видео мы с вами рассматривали 100% EDC-шник для города, для джинсов, для кармана. Жар-птица. То, конечно же, этот нож уже идет у нас для охоты, для рыбалки. Можно уже им какие-то рогачики там порубать, какие-то подставки для удочек подделать, для костра. То есть это уже такой более лагерный, более рабочий нож. Ближе к тому он идет. По обуху 3,5, в принципе, ну это хорошо. Обух не сильно толстый. Это, в принципе, и вес дает неплохой, потому что был бы еще тяжелее. То есть, грубо говоря, это намного больше, чем вес крысы, если так подумать. Но при этом нож гораздо и гораздо мощнее. Балансировка здесь интересная, ну, в принципе, правильная. Лезвие гораздо тяжелее, чем рукоятка. Вам не видно, но здесь есть очень много выточек внутри. Такие вот выборочки. Вот сейчас вам видно, наверное, да? Поэтому, как бы, ручка гораздо и гораздо легче. Интересно, что нож имеет двойной замок. Первый, конечно же, это лайнер, да, вот мы видим, довольно тугой. Нажали, закрыли. И есть у нас еще и предохранитель. Подали вперед, мы уже лайнер не закроем. То есть двойная система, если вы какие-то тяжелые работы им делаете, то у вас как бы нож пальца не отрежет. Очень хорошо. Подали назад, ножик сложился, да. При этом предохранитель заходит за подлицо. То есть, если так вот положить руку, то я чувствую так еле-еле насечечку небольшую. То есть, пальцем он не давит. Очень хороший хват. Ручка имеет запас небольшой, хотя рука у меня такая где-то по размеру средняя. Мы видим небольшой запас. Имеем накладочки из G10. Бэкспейсер очень коротенький. С одной боночкой в середине. В меру упругая. Я думал, что она здесь повеселее, не такая мягенькая. Само расположение очень удобное, выступает буквально на полсантиметра из кармана в закрытом положении, так сказать, в походном, да. Сами по себе накладки выточены очень интересно. Две плашки мы вообще не видим, то есть там внутри оно тоже заподлицо. То есть в обычном ноже, если вот мы возьмем, да, у нас как бы вот мы видим, да, плашечки, они у нас снаружи, то здесь как бы мы плашки не видим, то есть полностью закрытая со всех сторон. Снизу то же самое. Все проточено. Ручка очень удобная, ухватистая, такой интересный рисунок. Нож очень агрессивный, Ну, в принципе, нож этот подойдет не только для хозяйства, а и для самообороны, для каких-то там спецслужб. Потому что танто в первую очередь это грозное оружие. Вспомним японские катаны, да, ножи и так далее. Вот это именно, хоть и американское, но это все та же песня. Нож имеет подшипники, ход очень легкий, поэтому, несмотря на такой массивный клинок, мы видим, я бы сказал, даже пушечный флип. Очень легкий ход, притом, как бы его ни держал, ход все равно легкий. Эстарка, как я уже сказал, у нас 14 хром 28Н, нержавейка, что опять же предусматривает его использование на природе, вне дома. Нож не требует большого ухода, то есть даже если вы эту стальку намочите, то ничего с ней как бы особо не случится. Осевой у нас кручивается под обычный торкс, что очень удобно. Плавничок у нас насечек не имеет абсолютно никаких, но он довольно массивный, широкий, поэтому пальцем ухватить его можно без вопросов. Интересный ножик, ну, в принципе, давайте проверим его вес, заявили 158, сколько он на самом деле весит, посмотрим сейчас. Я думаю, что немножко больше, 150, нет, даже меньше, я удивился, потому что в случае с жар-птицей у нас получился вес на 1 грамм, даже на почти на 2 грамма больше, чем заявили, а вот Райк у нас весит даже меньше, чем заявлено. Заявлено 158 с копейками, он весит там 157 с копейками. Но опять же, это может быть неточность весов моих. Поэтому, в принципе, плюс-минус вес соответствует. Два цвета имеет ножик. Черный и такой вот военный, типа койота. То есть, ну, как бы все предпосылки для этого ножа вот таким вот вещам. Военные тактические аптечки, какие-то подсумки, какое-то рыбацкое снаряжение, охотничье снаряжение. Вот здесь он будет как свой смотреться. Поэтому, ребята, нож неплохой, нож на любителя, конечно. Носить его, в принципе, с собой можно на кармане, без вопросов, потому что, ну, ребята, не все любят легкие ножи. Есть люди, у которых большие руки, сами по себе люди такие большие, и для них этот вес ножа большим не является абсолютно. Поэтому как бы для своей клиентуры, для своих любителей, для как бы людей, которые любят большие мощные ножи, которым где-то они там живут в каких-то определенных местах или занимаются каким-то там видом деятельности, узкопрофильным определенным, такие ножи подходят без вопросов. Ножи эти, в принципе, надежные. Опять же, вспомню про предохранитель. Интересная очень штука. То есть мы закрыли, все. Лайнер у нас уже обратно не уходит. Открыли. Ножик у нас закрывается без вопросов. Так что такая вот симпатяшка. Довольно хорошая, качественная вещь. Покажу вам поближе. Ну, качество на высоте. Еще раз вам скажу, третий раз скажу вам, что качество на высоте. Очень интересное здесь, конечно, темлячное, не отверстие, а боночка. Интересное решение. Тоже такое вообще мощное. Да, интересный ножик. Достоин коллекции, однозначно достоин. Я доволен. Я доволен. Свое место он уже у меня занял. Это ближайшая рыбалка, ближайший поход. Какие-то еще вещи. Все варианты, которые вне дома. Потому что этот ножик можно носить с собой на работу, с работы. Каждый день как бы такой рюкзачок небольшой. Открывать какие-то посылки, там, то есть по мелочи использовать. А этот ножик уже можно брать с собой действительно на рыбалку. Им уже можно что-то сделать посерьезнее. Так что такие его дела, такие у меня пополнения коллекционных ножей. На этом всего доброго, ребята. До свидания. До скорых встреч.